О, смотри, там Россия ходит. Я сейчас его нахуй убью, блядь, серьезно. Чё? Он его поставил, да? Бля, Россия, матушка, вперед, блядь. Что, Россия пулемет забрала, блядь? Конечно, блядь. Россия, матушка, пошла, блядь, а. Снимаешь? Видишь, что у меня в руках, да? Че, веришь в Аллаха, да? А я еще. Ой, блин, я случайно выбросил. Бля, ложись! Давай, мама, ловлю. А, окей. Слышь, лови аптечку. Заебись, поймал. Всем привет, с вами Дима Масленников, и сегодня мы будем проверять миф о призраке в доме Дмитрия Иванова. Ебануться, это что, блядь, было? Это какая хрень, я сейчас долбанула. Слушай, это какая-то непонятная мистика, у меня все-таки призыв Дмитрия Иванова пиздит.